5 февраля в Бакинском конгресс-центре приступил к работе 5-й съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана. В съезде принимают участие помощник президента Азербайджанской республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, до 1300 делегатов от отраслевых профсоюзных организаций, официальные лица государства и правительства, а также 85 лидеров и активистов международных профсоюзов из 30 стран. Съезд открыл председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, вице-президент Международной конфедерации профсоюзов и пан Европейского регионального совета депутат Милли Меджлиса Саттар Мехбалыев. В соответствии с регламентом утверждена повестка дня съезда, избранный состав президиума, редакционной, мандатной и счетной комиссии и члены секретариата. Помощник президента Азербайджанской республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов зачитал поздравительное послание главы государства Илхама Алиева к участникам съезда. От имени членов Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалыев выразил главе государства признательность за поздравительное послание участникам съезда и распоряжение о награждении 114 членов профсоюзных организаций. Шакир Гурбанов, Умбат Мамедов, Азертаджан.